меня. Бля, мне так нравится скорость передвижения ванхолики, блядь, это вообще охуенно. У меня такое ощущение, что он бегает быстрее, чем ретри. И мне нравится, что тут нету никаких этих, ну, типа, кнопки Т5, как в Бладе, допустим. Просто нажимаешь одну кнопочку, вторую, одну кнопочку, вторую, параллельно еще там 4 кнопочки нажимаешь, и все, заебись. Плюс гарга в 3 минуты. Урон уменьшен под себе. Можно вообще прокачать так, что у меня даже 7 взрывов мобов, блять, вообще похую будут. Потому что тут же качается и костяной щит, который этот на 20% меньше урона входящего. И зеленка тут прокачивается, которая дополнительно. На X3 уже барыжит порталами в Долоран. Экономику Изи. Поднимают. Два рейда, есть какой-то прогресс по Алару, Лех? Ну, вторая фаза, да, по второй фазе как. Все то же самое, как у нас. Лех, кем зайти, магом или шаманом? Да шаман. Пошли на мейнов тогда. Это же на палу пойду. Ну, блять, я бы зашел, но я хочу проверить анхолика сейчас. Проверю, я бы потом зашел на палу. Типа, я говорю, что мне сейчас надо проверить. Ну, мы первую фазу сейчас, скорее всего, не переведем, потому что я буду на, не на паладине, а на ДКшке. Потому что танки там на 40-х стаках не выдержат. Мы будем проверять убийство моба? Что? Ну, про что вчера говорили, типа, моба убить, будет лужа или нет опять? Да, я вот это еще хочу проверить. Ну, то есть вот эти два нюанса я хочу проверить. Мы хотим проверить, что будет, если моба убить, превратится он в лужу обратно или нет. Вот, и я хочу посмотреть замедление от анхолика. Зачем нам моба убивать? Ну, смотри, у моба 3 ляма. Если убиваешь моба и лужа не появляется, ну, типа обратно, да, то банально, ну, банально быстро убить 3-4 моба, блядь, не составит проблемы вообще. Банально они отлетят за АОЕшки. То есть за бурст, там 5 мобов сносишь, грубо говоря, да, и все, и они отлетают. Ну, даже 2 фростмаха дадут этот ебучий луч. Там, блядь, у мобов уже по половине. Но, понимаешь, фростмагу, чтобы дать луч под АОЕшку, ему надо выделить дальнего моба. Это не проблема. Типа роги дадут там алый вихрь, допустим, конник с другим рогой. Плюс там, не знаю, это, что еще. Ой, что там еще может быть так интересно. Пока тут, пока будешь в рестере. Этот. Что еще там может быть интересно? А, вот шаманы свои лужи, допустим, да, там. Два эдема черный. Потом мяко бустанет. С милики пару тычек сделает, для того моб отлетит за секунду. Так, короче, все тут в большинстве, да? И кого-то нет. Вроде все тут, поехали по типу трэш. Перекинь меня к ханту. Сейчас, подожди, на трэш пускай так будет. Может, у меня включается. Да хуя трэша сагрили, дайте сейф. Ряд на джане ебучий пет отлетает на каждой фазе. Это пиздец. Ну, я серьезно. Вот. Рога. Да. Так всегда.
Миш, у Миши там уже заранее стаки набраны. Ни разу не было такого, идя по этой комнате, чтобы я не умирал. По пару раз. Ни единого раза. А тут еще не получится съебаться, потому что лучше заметает. На самом деле в обычке меня дольше сносили. А тут что-то прям моментально. Я аж удивился. Вот здесь тотемы стоят. Просто отец. Просто отца. Они всегда такие были, да? Или их изменили? Нет, но их новые. Поменяли недавно. Каждому. Каждый раз я создал. Да, 7 раз он сделал. Кроме тауренов, по-моему. Вот мне интересно. Пусть тоже, пусть батрачат там, отрабатывают. Написали, предложи, чтоб там вымя на нем. Что скоро добавят на всех остальных. Там дохуя что добавлять собираются. Сейчас вот эта неделя будет ночных обновлений. Вот смотри, да, вот сейчас на этих мобах дебаф вешается. На замедление. Отложимые, да? Ага. Лёха опять на воронке наёбывает. Групп лут! Групп лут! Ну, это же рано осталось. Бля, сейчас специально пойду метку на рефлект воткну, надеюсь, когда-нибудь прок. Контроллер, нахуй. Миша скилловый, он глыбу прожмет. На взрыв не успеет. Она у меня вынесена. Я сейчас пытаюсь под долгонок попасть, но... Сука, запаздывает контроль. Я тоже пытался под долгонок подгонять себе, но... Блин, это настолько сложно сейчас делается. Что я просто забил. Дорастать к челюке 275-й Ардру и Фаер 260. Фаер. Я 400 рублей дал, так что я собрал, да? А тут пора мейнспект принять на салон. Не, совы классная тема. Там все, хомяк воет, чтобы хапнули. Говорит, да, у всех классов уже есть кнопки на Т5, кроме совы. У нее, в смысле, у нее аж прям да. Две кнопки. Нахуй там еще кнопка никакая не нужна. У совы аж две кнопки на Т5. Ну, блин, они же бесполезные, эти кнопки. Там скоро заходишь. Там скоро зайдешь и будет это, знаешь, типа одна кнопка звездопад. Нахуя что-то еще? Бля, вот когда два элема эту лужу в одной точке спанит, вот это пиздец, конечно. А сколько надо? Ну смотри, отскалируется от хосты. И от СПД. У меня она по 7к просто бьет, плюс критами по 14. Ну, сдох, плюс если бьет, что-то бьет, прокает, то больше. Что еще раз? Что ты там говоришь, Фарад? Почему визуалка от лужи остается даже после окончания карты? А я не знаю, она багается почему-то. Я явно очень много раз видел, когда... Ставишь лужу, она потом багается, и пока новую не поставишь, и пока новая не пройдет, анимация не заканчивается. Было бы забавно, кстати, если бы она еще и дамажила. А что с драконом? Вроде как было, а потом пропал. Знаешь, еще самое прикольное, что если брать того же Марагрима, это землетрясение настакивает такие же стаки, как шипы.
И то есть, если после землетрясения херануют шипы, они сразу максимальный урон будут наносить изначально. Амир, ты читал гайд на постмага? Тот трофельный гайд, да, читал. Автор не уважаю. Ты понимаешь, я этот ник ни разу не видел на серваке. Вы не видите, а он видит. 2 года играет в простом, но его никто не знает, ну да. Наверное, еще в Т9 ходит. Половина шмота, блин, Т4. Он там про какие-то 1500 хаски рассказывает, а с чего он взял, вообще не знаю. Говорит, у вас будет 1 секунда коста тогда, если будет 1500, нихуя не 1 секунда. Я собирался 1600, там далеко не 1 секунда была. Бля, забыл сказать, я хочу от трупов, чтобы те. Да, кстати. Эх, молнию бы в 1 секунду сделать, еще шикарно было бы. Фредди, кстати, быстрее, блядь, стаки набираются в разы чем. О. Я когда с утра заходил фармить эти яйца после работы. О, смотри, заняло работу. В 6 утра просто никого здесь не было, я бегал один фармил. Там что-то за 1 час 200 голды вроде. Увага. Горев забрал, неплохо. Лага кыш. А что еще есть? А эти разве контролят? Дышь. Что пит дохнет, блять, что он перегревает или что вообще? Сапрот не выпил. Там малышка молодого. То ПВЕ теперь его убивает. Блин, пришла зарплата и такой соблазн закинуть до 20-й лоя. Так, если что, могу вас резать, чё. Миша, всегда знаешь, на что их можно потратить. Так, ладно, в этот. Давайте пока что так. Так, сейчас, короче, проверим. Я здесь не был, а вот это. Короче, это танчит первый воет. Танчит. Не, первый ты танчит. Когда идет большой каст, вот сводим по кругу. Вот видишь, по большому кругу. Когда идет большой каст, ну, прожми там, блядь, не зыбку пула, потому что хуй его знает, как тебя будет пробивать, босс неплохо пробивает. Вот этот. Хилы хильте. Потом я зайду на пала, будет проще. Этот. Луцинь по дисплею. Сейчас, короче, я посмотрю, как замедляет. Сейчас такой, больше поживите просто. Даже не дамажить. И сейчас надо будет еще проверить, что будет, если убить одного моба. Обратно в лужу превратиться или нет. Я поставлю на него метку. Это будет дальний моб. Ближних там контрольте, замедляйте. Это дальний моб будет. Все РДД свичнись, по-быстрому его убейте. Посмотрим, превратится он в лужу или нет. Дай проверку. Короче, становишься вот сюда. Этот, и РДД растусуйтесь там, кто на ближнем. Крокс. Я не... Можно еще один сопрот? У меня 9 минут осталось. Рыбки. По почте скину 2 потом. А рыбки нет. Рыбу ставлю вам. Подожди пока. Не мог науки взять. А что, сопрот-то надо пить? У меня голды нету сейчас. Будет, ну, должен купить, продастся. Тихо.
На первом пуле может особо не... Первый пул тупо проверить. А можно вкратце тактику? Я просто ни разу не был на нем еще. Идет большой каст, перебегаешь. Конец каста. Угу. Со всеми ВДД. Дамажу угу. Дальше. Все. И в лужах не стоит. Да, и в лужах угу. Не стоит. Ну в лужах-то понятно. Тирс-то в хиле или элеме? Элеме? Можно призабав? Что-то вообще всё. В элеме делал. Давайте призабав. Короче, становишься сюда, по готовности пуляешь. Там же где стоит держать? Вот здесь и держишь. Вот пульнул отсюда, и здесь держишь. Разворачиваешь его к нам спиной, и здесь и держишь. Потом пошел большой каст, перебежал немножко наперед, все, ждешь, он к тебе подлетит. Хорошо. Все. Пуляй. Вот так и держим. Ты нам как-то отметишь моба, которого мы будем убивать? Да, я отметил. Не волнуйся, все будет. Каст пошел, перебегай. Уже не выбежали. Сразу. Тимати, а ты что там, блядь, делал? Жидовки дома. Нам потом не дистолли. Так, вот этот вот моб, вот где сейчас вот я стою. Звезды я поставил. Сейчас его первым. И его будем первым сливать. Войд забирает там. Я будем. Вот. Вот, короче, вот здесь будем первым сливать. Ставлю на него. Метку звезда. Поехали. Катится это, этих мобов. Из... А, так у них всего по 1.5 ляма. В воде. Слейте просто моба, посмотреть в лужу. Отводи, отводи. Нет лужи. Нету. Лёх, нету. Нету. Просто тут сдох. Так а они чё, 1.5 ляма? Так нихуя, да. Так их можно ляма. Заливать, слышишь? Один. Ебать. 6. Я думал у них 3 ляма, нихуя себе. Да. У них было больше. Их точно было больше. Так их это... просто заклеить надо и все. Кули тут ебать. Мы теряем ужасно ДПС. Просто они и сами умирают, если их по чуть-чуть впускать в босса. Бог. Если хилы не хилят. Нет, там не на первую нужно, на вторую нужно. Мы на второй хотим 2-3 моба слить по-бырому. Я вот. Вообще думаю, их реально всех ну, с учетом того, что нас с него свичнулось 6, по-моему, человек. 7 человек. И то там Мозер с Никитосом так это поплевали в него. Их зергать надо, ебать, 1.5 ляма, это такая хуйня. Ну, они... на второй фазе можно половину зергануть. Плюс знаешь в чем? В том, что Алар стаки не копит, он ну, будет бить слабо, как в начале, и все. Да не в этом дело еще. Нет, первая фаза похуй, честно. Первая фаза похуй, потому что первая фаза и так. А вот на второй фазе мы единственное, чего дохнем, это ебучие мобы. Правильно? Да. Правильно. Если мы, блядь, допустим, 4 моба собьем на второй фазе, то есть быстро зерганем 4 моба. То есть там поставил просто звездочку, да, там, блядь, на мобы или, блядь, 2 метки. Там 2 моба сливается, там параллельно еще каких-то ауешка задевается, все. Типа там 1.5 ляма, они отлетят очень быстро, вот эти. И у нас получается... Понимаете, у нас урона на второй фазе не будет по рейду, если ты мы... когда будем... хочешь доливать, когда они от одного трупа будут к другому идти? Блять, РДД могут залить, даже они, если они по воздуху будут. Я понимаю, что они могут залить, когда они по воздуху ну, будут. Ну, да, с первого на второй, потому что на первом у нас проблем нету в принципе. Там 5 мобов появляется. Там 5 мобов появляется на первом, потом появляется 10. 10 мобов идут ко второму. Дальше, из 10 4 законтролить, да? 3 слить, 3 запустить. Ну нормально. Сейчас я зайду на паладина. Сейчас я зайду на паладина. Всем рейдом, всем рейдом. Вот смотрите. Ты свою лужу-то попробовал? Да, замедляет, все отлично. Ты же видел, как он замедлился, потом стоял практически на месте. Это, а шаманом, ну-ка я потом, если сейчас не сдохну, попробую шаманом замедлить.
Он вообще на 75%. Они замедляются. Босс не замедляется, а мобы замедляются. Нету. Типа, сейчас я хочу попробовать так, чтобы весь, вот мобы появились, ну, мобов замедлили, то есть LM там, допустим, да, у всех замедлили, и весь рейд свичнулся в мобов полностью, милики, РДД. Ну, я просто это сразу по второй фазе будет понятно. Сколько мы мобов сольем, то есть, вот, ну, каст идет, то есть мы, грубо говоря, смотри, мы на второй фазе, если у нас, допустим, группа РДД сможет залить 5 мобов, да, на второй фазе милики просто бьют босса, РДДшники сливают 5 мобов. Дается два бана, и, блядь, все, там, блядь, по одному они, блядь, зайдут в этого босса. И нам, блядь, мобов вообще не придется контролить, ну, там, пиздец как контролить. То есть у нас проблем не будет, даже урона по рейду не будет. Ну, какой урон идет на второй фазе? От перьев, от которых можно перебежать. То есть, ну, просто надо будет от перьев перебегать. И просто свичиться в мобов. Лужи не появляются. Первого падения пламени, когда шлепнет всех миликов. Типа, у мобов 1.5 ляма. Реально, это, блядь, не знаю, это легко. У слизня, блядь, на профе, сколько там, 3 с чем-то, 3.5, и он ложится за секунды. А чё вы мудрите? Трэш, что ли, не резается после смерти больше? Ну, блядь, видишь, лосс не появляется, значит, не резается. Я говорю, вообще, слить их, вообще сливать. Вообще, в теории, моб, когда пропадает, он должен превращаться обратно в лужу. Но он тут не превращается. И когда нерфили хп, нерфили, был один нерф, где нерфили просто хп мобом. И вот, и теперь вопрос, нахуя нерфили хп мобом? Может их, блядь, чтобы их заливать, там... да, чтобы другая тактика была. Не, просто пару мобов просто... Элементарнейшие. Ну, типа, смотри, мы делим рейд на две половины. Есть жесткие ауешеры, да, которые хорошо сносят мобы. Есть, которые хорошие соло-таргет. Те, кто хороший соло-таргет, блядь, бьют этого босса, да? А у ешеры, блядь, бьют, допустим, там 5 мобов, да? Им надо слить 5 мобов. Для каждого ауешера, блядь, ну, если дать пылы прожать, банально, допустим, от тех же, от 15 дамагеров, да? То есть поделить на половину. То есть если 7 дамагеров дадут все с пылы, ну, ауешные, там, достаточно 20 секунд, за 20 секунд они 5 мобов этих просто разнесут в дребезги. А вот. И там прикол, в том, на второй фазе, что все лужи вместе, все мобы появляются в одной точке. Вот, и все мобы будут стоять кучно. То есть походу, вот они мы убьем этого босса. Когда мобы появляются, все мобы стоят кучно, и там можно, блядь, такую ауешку хуернуть, то, блядь, эти мобы разлетятся просто в дребезги. Кстати, а сколько в РС хп у мобов? Вот просто и почти в соло я заливаю первый стак алым вихрем под шквалом клинков. В РС в зависимости от стаков. То есть в РС где-то по 300-400 тысяч у мобов. То есть, грубо говоря, 300 тысяч ты в соло снесешь спокойно вообще, ну, без проблем. Вот, а у моба 1.5 ляма, то есть, блядь, берешь банально 7 человек с хорошим ауешкой, все, эти мобы отлетят на ура. То есть, мах там, блядь, плюс ты, и, блядь, эти мобы просто развалятся. И, блядь, даже урона на второй фазе по рейду не будет от взрывов. То есть, будут где-то там 2-3 моба заходить, ну, то есть, возможно, пройдут, ну, 3-2 моба. Пока не нерфанули Гестрика, вот видели, что было на Мэрогриме? Ну там, правда, мобов больше. Мне кажется, из-за вот этого дамага, блядь, просто эти мобы разлетятся. Надо их, короче, сливать нахуй, это будет проще. И мы на второй, и на первый их можем сливать, и еще и босса переводить успевать. Просто проблема в том, что обязательно должны мобы ой, быть... как раз Давака бы дамажил по ним. Мобы должны быть... Его уже нерфанули, забей. Стоило пойти в жоке, там сразу, блядь, пошли петиции, блядь, раздавак дамажит, блядь, мы не дамажим, блядь, поэтому нерфите его, а не нам добавляете, блядь, и тому подобное. Сука, я хочу убить Алара, давайте.
Вот, смотрите, типа, на второй фазе появляются, ну, все стоят кучно, все стоят в одной точке, пошли каст перьев, перебежали. В этой точке стабильно появится 5 мобов. То есть мы знаем, что в этой точке появится 5 мобов, потому что там лежат лужи ебучие. То есть сразу, допустим, маг дает нову, и все, ну, просто свичаемся, типа, свичаемся в мобах, всем, даже можно всем рейдам. Там, блядь, всем рейдам эти мобы отлетят за секунд, наверное, 10. Если они все в одной точке стоят, там все ауешки дадут, допустим, да? И эти мобы отлетят, блядь, за секунд 10. Потом просто дальше бьем. И по нам никакого урона, и по нам никакого урона на второй фазе вообще. И у нас нету от чего сдохнуть на второй фазе. Вообще у нас вот реально не будет от чего сдохнуть на второй фазе. Мы просто будем стоять, блядь, бить мобов, блядь, потом свичится в этого. Танки проживут без проблем. 4 хила тогда убиваем. Урон потом зайдет, почекает это и понерфит. Да вы что, понерфит? А скуяли он понерфит, блядь, вообще? Скажет, ну, блядь, вы тогда косты сбивали пеплом, а сейчас вот этих убиваете. Пиздец, он заебал, да, ебаные. Сука, тихо. Дозорона сгорит конкретно. Тихо, дай слышать. Давайте, нереально весь прям видится, что так убьется. Это патч попал. Дайте мне на паладина патч. А кто там может? Я не могу. Япончик. Пончиков К. Япончик. Я быстро перезайду. Давай, Лёха, на первый посмотрим, если они, ну, реально, ну, по времени, типа, как они зальются. Им будет сразу да, типа, ясно. Давайте... Давайте сейчас на первый, короче, тогда смотрите, что здесь... Все... Ну, мы не... босса не будем бить сейчас. Я объясню, почему. Это, я предлагаю, может быть, они когда появятся, мы два элема сразу зальем туда АОЕ с замедлением, а вы начнете их месить. Они в разных точках появятся все. Даже три элема. В разных, сейчас я тебе объясню политику, подожди. Я сейчас сразу передвижу вторую фазу. Так, убрать моего нахуй ДКшку. Да, я сейчас. Луцинь пишет, заменить его. Да, мне надо сейчас отойти помочь на 10-15 минут. Так, сейчас, короче, смотрите. Сейчас милики РДД босса не бьете. Хилы хилят, милики РДД босса не бьете. Так, объясню почему. Вот, вам две точки. Да, ассиста, блин. Монорота там возьмите этот, пускай тоже пауешет. Народ не домой. Так. А мы сейчас на первой фазе будем тестить, да, всю эту штуку? Да, ну естественно, нахуя нам до второй фазы, блядь, ну, хуярить, есть... потом на второй есть... фазе. Мы все вместе? Чтобы до второй фазы узнать, блядь, лучше на первой фазе. В кучу будем ставить, я так понимаю, всем рейдам, чтобы перья улетели? Нет. Короче, милики, стоите в звездочке. Милики, стоите в звездочке. Просто стоите, не бьете босса, нихуя. РДД стоите в печеньке. Короче, когда Касперев, даже ближе можно поставить. Лужи не настолько большие. А так. Когда Касперев, РДД перебегают в ромбик, милики перебегают в зеленую херню. Потом еще один Касперев идет. Хотя нет, стойте все в одной точке. А чё я, блядь, ебу мозг? Там же, блядь, на второй фазе так и будет. А чё ты думаешь, что не бить это зачем? Все стоят в одной точке. Я отведу босса на макс рейндж, чтобы было время съебаться от перья. Вот. Ну, как на второй фазе, там 3 секунды летят перья. Вот, потом перебежите, короче, вот сюда, в печеньку. В печеньке еще раз разольются. Перебежите, блядь, где-то, допустим, в ромбик, да? В ромбик перебежите. Дальше. Так, отдельно, единственное, что... Ну, стойте так.
Короче, когда будет анонс «Перебежали», перебегайте все вместе в печеньку. Когда будет анонс «Перебежали», значит, перебегайте все в ромби. Дальше появляются ады, максимум весь рейд, максимум весь рейд. Ну, то есть дается сразу за медло по адам, то есть лужу кидаете, лемы, да? И даете полностью весь урон, блять, по мобам. Мы посмотрим, возможно их залить вообще всех или нет, просто. Ну, еру не надо. Перебор. Но левом все равно стакать надо сначала. Это так мы сейчас, если не будем бить, у нас не будет АОЕ стака. Мы не сможем ничего сделать. Ну, побьете, ну, блядь, чтобы стаки набрать, можете побить. Я просто понимаю. Говорю, чтобы милики не били. РДД там могут бить спокойно. Я на макс рэш отведу. То есть, короче, крест... всем, кому нужны стаки, набирайте стаки. Да. Ну, опять же, чтобы на сейчас этот. Дайте бафы по мне. Я бы проще предложил, вот смотри, вот как он стоит, так его и начать хуярить. И просто вести на первой перебежке в центр, на второй сюда. Займитесь сейчас, сейчас пробафайтесь, сейчас пробафайтесь. Встаньте все звездочку полностью. Ну, это, блядь, идентичная вторая фаза будет. А можно вопрос еще такой тупой? А он тоже перерождается здесь два раза? Да. Да. Ой, Женек, тебе понравится, привыкай. Так, короче, этот, я на боссе, я сейчас, о, у меня уже 83-200, нормально. Так, еще первая ката сегодня, вообще замечательно. На первой кате сегодня, кстати, этот, 2000 ЕП, кто хочет заработать, приходите. Потому что блин, ката... пиздец, почему именно, а нельзя ее в 4 поставить? Потому что первая ката делается, естественно, кому? Мне. Патрону. Не, а чё она тогда так поздно, а? Может её там, я не знаю, сдвинуть там пораньше, часов на 5. Там полчаса времени, чтобы слить этого босса, реально. Может, не, ну лучше. Просто 17.30, это у меня уже утро. Блять, хуёво, не повезло тебе. Фарады японцы остановились. Пока тут спекайся в сову, тут пока что хилить не надо будет нихуя. Спекайся в сову, чтобы больше было... урона. Мне кажется, там вообще не надо будет ни поехали. Так, а Тимочка, тебя все. Короче, стали все в метку. Давайте, остановитесь еще сразу. Вага тоже станет туда в метку. Сейчас подведу босса. Так, все, я пуляю босса. Сейчас пос... Господи! Чего вы балуетесь? Я наоборот сделал. Достаете? Нет. Хилы не до тебя не достают. Ну я сейчас развернусь. Так, достаете хилы? Да. Каст. Скажу когда. Прибежали. Может поближе к луже стоять? Чтоб прям вообще заебись. Ну, да, можете, да, пока. Вон, давайте. А кто стаки может подиспойлить? Подиспойлить кто-нибудь, может подиспойлить. Да, было бы неплохо. Да, так, сейчас скажу. Перебежали. Подрочили три тела. Вылупляются. Замедление и массовая ешка. Пошли. Меня подхиливает все. Ремус начал. Веди, веди, веди. На второй фазе не получится сюда. А там есть откидывание, кольцо льда есть. Кольцо льда дайте. Ну смотри, мы в принципе ну, чисто АУЕшками практически все заливаем. Вообще похуй, но... Ну как страшно. Короче, его то есть надо... как бы... То есть если подумать логически, мы его можем... Ну если там у мобов столько же хп на второй фазе, то мы их так но можем. У нас сейчас это... Вы еще учитываете тот нюанс, что у нас сейчас минус дамагеры были, которые сдохли, блядь. И не основной рейд, ну да? Да, да не, ну нас... смотри, лемы вон и роги просто нахуй 30. Как так и должно быть, блядь.
И они почти сдохли, нахуй. Я думаю, надо Фрост, и босса хуярить. Фрост, скорее всего, тоже заебись набьет тут. И босса хуярить, и этих петухов сливать, короче. Водить его от точки А в точку Б, нахуй, туда-сюда. И также он также, ну, за минуту до берсы также переведется. КП лемов, масса КП лемов одинаково. Еще раз будем пробовать, да? Да, я сейчас еще раз. Я бы его Фроста бы спекнул. А дохнут, кстати, бежит, ну, во-первых, перелетят. Просто надо перебежать вовремя, блядь. Да, они, бля, да, они поздно Фроста начинают бежать. 20 тел начали бежать, а 4 стояли, дрочили, и у них перья 5 штук прилетели, ваншотнули. Там у нас потом, пока мы ауешили, нас тоже всех сбрило. Надо, чтобы кто-то санонтил, пока мы ауешим. Не, элемам-то заебись, мы-то бегать можем. Я просто смотрю, ну, что да, мы сделали то, что нам надо было, и, в принципе, я думал, что мы больше и не это. Не, но все равно ничего. Надо, чтобы санонтил. Ну, типа, да, видите? Слушай, одноразовые маги. Не, понимаешь, они вот... багнутые. В чем прикол мобов? Они, блядь, в принципе, стоят на месте вообще. Они практически не двигаются. Ну, там 75%. Ну, то есть, там настолько замедление, плюс вот они на месте стоят. Даже миликом их очень легко, типа, сливать. Ну, то есть, они все в одном таргете находятся. Миликом даже бегать за ними не надо там что-то и делать. На второй фазе их можно скинуть, если что. Ну вот, смотри. Допустим, вот у нас эта хуйня, да? Вот, по таймингу второй фазы. Первых 5 мобов мы можем слить. Продамажить первого, убиваем первого. Потом появляются 10 мобов. Появляются 10 мобов. Мы эти 10 мобов сливаем. Дальше бежим бить второго. Потом, в период того, как мы слили этих 10 мобов, у нас появились еще первые 5 перьев. Потом побили, блядь, бот, ну, моба этого, блядь, мелкого, да. Потом еще, блядь, 5 перьев. Потом снова свищемся. Этот, пятерых, допустим, сливаем. Ну, я понял, ага, окей. Этот, пятерых сливаем, которые, допустим, ближе к боссу. Дальних контролем. То есть у босса зайдет 3, допустим, 2, там, хуй с ним. Нам не обязательно все 10 сливать. Мы можем 5 слить, допустим. А 5, блядь, пускай заходит постепенно в босса, чтобы не тратить дохуя урона. И потом просто бьем этого мелкого, и все. А сливаться они будут быстро. То есть два роги там, блядь, банально, если бурстанут, будет вообще. Все, остановитесь на позиционку. Может, часа проты выпьем, чтобы пул нормально сделать уже. Да, мы проверяем просто урон. А монород нету доступа, или он не занят, да? Монород есть доступ, но он там в РБК пошел. Он в РБКшке просто. Да, в РБКшке. Так, короче, становимся на позиционку, все. Сейчас босса пульну. Блять, не слакайте с кастом. Я буду наносить каст. Я буду наносить каст. Это единственное, что вам надо смотреть. Появятся мобы, сливаем мобов, все, блин. Больше нихуя. А че, я могу босса фавить? Меня уешь все равно нехуй тут. Ни стаков, нихуя. Ну я набрал стаки, роды. Жив. Ну, типа, смотри, как будет вторая фаза происходить, Вага. Милики бьют босса, ну вот бьете босса, да. Пошел каст, вы отбежали в РДД зону, потом каст заканчивается, вы перебежали, ну вы можете сразу бежать к боссу бить. То есть вы прибежали, сюда перья упали, дальше возвращаетесь к боссу бить. Ну, понятно, да? Короче, все как обычно. Ну, типа, тут просто отбегать надо будет, чтобы перья падали все в одно место. Да, понял. Вот. Ладно, поехали, пуляю босс. Не слакайте с кастом. Вот конец каста заканчивается, все, перебегаем. Единственное, что босс будет вот так стоять. На второй фазе будет больше времени перебежать от перьев, там, блядь, центр комнаты. Каст идет, сейчас скажу. Перебежали. Долго разделено соображается. Заабсорбит. Вернитесь поближе к метке. Блин, как это офигенно выглядит, когда три лема разово 30 шипов херачит.
Траст пошел. Перебежали. Как, да? Вот блядь. Уже выдохните. Ну, блять, а наши же когда перебегаются? Хуя вы вытягиваете эту моба. Блядь, макрос. Немножко отъебу. Да нет, пизда нужен. На пол хп мы все с ней. А чё ты не хочешь, Лёх? Вот он где стоит, его там надо начинать хуярить, этого петуха огненного. Да какая разница, это первая фаза, мне вторая фаза надо, а не первая, блядь. Первую мы переводим. С первой, блядь, проблем нету вообще. Ну а на второй весь вопрос будет стоять, куда ты лужи вынесешь, первые 5 и вторые 5. Ну, и блядь, всё. Не всегда вместе выносятся. Ну вот одни вместе в одну точку выносятся, где у тебя звезда. Проблема. Мне больше интересно, почему вы перебежать не можете? Да ну, потому что перья-то летят быстрее, а там он сверху комнаты кастует, и перья летят дольше. А при чем, блядь, типа, смотри, 23 человека успевают перебежать, допустим, 2 не могут, ну это как? Ну, блядь, ну это пинг, это, ну, да много причин есть, блядь, для такой реакции. Ну, просто блядь, человеческая реакция медленная. Потому что некоторые... Там есть 3 секунды, блядь. И на них приземляется, наперед чуть-чуть лужа. Вот они и не успевают перебежать. Пусть я кто не успевает, заранее перебежать. Вот каст заканчивается, надо, блядь, перебегать. Там пару чел просто стоит правее. И задние, когда подбегают, их задевают. Пусть в одном кемпе должны стоять все полностью. С воздуха закашники могут. Сейчас босса еще, блядь, дальше отведу. Денчик, пойдешь, короче, станешь со мной, блядь, и этот. И Мосса пойдешь, станешь со мной, блядь, и будете хилить. Босс будет просто, блядь, на середине комнаты, а вы будете на краю, блядь. Ну, да, то есть, в принципе, стара... Дайте ему народ пать. Япончик. Сейчас вот, блядь, идентично сделаю второй фазе, чтобы было, блядь, 3 секунды ебучее. Вот поставлю ровно босса посередине. Тем, кому надо стаки этот набрать, можете немножко ближе подойти. Можете немножко ближе подойти. Но когда каст пошел, вы смещаетесь, блядь, в метку. Я думаю, это этот... Это не проблема. Бафа, давайте по людям. Рыба стоит. Да съебитесь вы с рыбы. Ты же видел, как асгарды бегают? Не в одну точку опять лучше вынесли, в другую. Так они так и будут на второй фазе лужи. Там места мало. Как по-другому, блядь? Ну еще вот эти 5 занимаешь. Да. А остальные 5 контролишь, все. Шкаф поставьте. Под баном урон же не проходит. Если моб находится, нет, да? Нет. Шкаф дайте. Суманить. То есть, грубо говоря, если вот на дальних будет 2 бана, банально, да? И, блядь, передних 5 залить, то в босса зайдет только 3. Ну, то есть пойдет мобов 3, да? А первые 5 залиты, и потом дальше бьем мелко. Ну, или босса. Ты про вторую сейчас? Да, про вторую. Да. Ну, с одной кучки 5 мобов залить, а вторая кучка, где еще 5 прилетели мобов, их законтролить, и все. Не будет, монород мобы быстро убиваются. Ну, типа, они не так долго бьются вообще. Не, мы не будем 2 пака бить. Мы будем 1 пак бить. А второй будет, блядь, через... Ну, то есть, у нас получается, что не 10 мобов будет, а постоянно 5, блядь. Ну, смотри, как сейчас вот трэш снесут, блядь. Вот я тебе отвечаю сейчас. Вот увидишь, когда весь рейд свичнется, блядь, по трэшу. Причем тут сильных ауешеров-то нету, блядь. Где тут? Обидно было. Ну, блядь, 1 рога, а там если будет 2 роги, то, блядь, ну, 2 раза выше, типа, урон будет. Так-то лучше, уже не так обидно.
То есть, допустим, здесь фростмага нету, а там три фроста есть. То есть три фроста дадут луч, блядь, сразу во всех мобов. Там мобы отлетят. Все, Денчик, иди становись вот сюда, короче, где я стою. С Моссой. Вы отдельно будете стоять. Вот если даже один, блядь, Мозера поставил метку. Сейчас на себя поставлю. Вот. Вы отдельно будете стоять, даже если на вас лужа упадет, похуй. Типа, один моб, если дойдет, не критично. Так, все, пуляю босс, короче, будете меня отсюда хилить. Все, босс стоит на середине, кому надо стаки набрать ближе, подошли. А потом, когда каст пошел, вы смещаете все кучно, становите звездочку. Милики то же самое. Тут ауры сосредоточения нет. Есть. Должна доставать. Да. Вы не добежите. Не достает. Милики, вы не добежите до отсюда. Так что заранее идите туда. Монород, иди туда с Фагой. Каст уже идет. Прибежали. Прохиливайте. Ревность не сработает. Кого уже левее встань? Войт, подойдите сюда. На ДКшек на танков не бросается. Подойдите танки сюда. Идите, заберите, потанчите. Пламя через 2 секунды. Ой, да. Каст пошел. Прибежали. Босса заберите у меня. Все, сейчас мобы появятся. Все, поехали. Замедло, дали. Наперед бы что ли тогда уж пробежали или назад бы их оттолкнули. О, хорош. Вот так вот хорошо. Все, тихо, там каст. Не проебите. Кучно стоимся. Каст пошел. Пошел. Перебежали. Как вот их поднимать? Не туда маленько перебежали вы вообще. Когда сюда мобов добивать перебегать, а вы туда будете. Сколько мобов слили каких-то? Сколько мобов? 30 тысяч. Да. Там 3 стака на боссе. 5 мобов слили, получается. Подохли. Ну, сопротов нету, понятно. Монород, мы это не для первой фазы, мы для второй. Это почему мы сдохли по? Мы просто босса сейчас не били. Понимаешь, короче, мы стояли в одной точке. Фростмаги нормально в эту кучу смогут залить. Но не знаю, как это будет выглядеть на второй. Нахуя откидывать мобов? Вы, блядь. Вот вы, если откидываете, вы хотя бы предупреждаете, потому что мы ОЕшку кидаем. Она хоть и здоровенная, но спасибо. Мы кидаем ее немножко наперед, чтобы она дольше висела. Я вот тоже дал луч, а у меня рейндж разорвался, и он прервал. Монорад, чтобы свичнуться в 5 мобов, дохуя времени не надо. Ты больше времени будешь тратить рейдом на контроль 10 мобов, чем на урон по боссу. То же самое, то на то и выйдет. Че, начнем типа, вторую фазу? Смотри, у тебя проседают локи на контроле, плюс, блять, этот. Чтобы 5 мобов слить, этот... Ну, еще 12 тысяч, которые не контролят, но все равно, типа, 12 тысяч ДПС. Просто понимаешь, блядь, для двух комбат рог, блядь, для трех фрост магов, этот трэш отлетит за секунды, блядь. Полтора ляма. Это полтора ляма, это, блядь, не три ляма, это полтора. Просто, блядь, они дают все свои билки в этот трэш ебучий, то есть... Просто 5-6, допустим, человек в этот хуярят, в трэш, то есть определиться. Вот идите на вторую фазу и объясню, как она происходить будет. Вот на себя звездочку сейчас метки поставлю. Так, короче, смотрите, типа, брать метки. Желтая. Вот. Стоят все здесь. Первая ложа появилась.